саженцы розы сорта «Мамба» можно использовать для составления ландшафтных групповых композиций, а также в качестве отдельных посадок. Распустившиеся цветы имеют яркую розово-лососевую окраску, которая к середине лепестка желтеет. Соцветия и отдельные цветы можно срезать для составления букетов. Особенности крупномеров розы «Мамба» — высота до 90 см. Количество цветков на стебле — от 1 до 13 штук. Диаметр цветка — от 7 до 9 см. Саженцы розы «Мамба» порадуют садоводов красивыми цветами, которые наполнят воздух потрясающим сладким ароматом. Чтобы растение не подверглось мучнистой росе и черной пятнистости, необходимы профилактические меры. Роза «Флорибунда Мамба» — это кустарники высотой от 70 до 80 см. Аромат у цветов сильный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 7 до 9 см. Розу «Флорибунду Мамба» создал Танта, Германия. Годом создания растения считается 1964. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.